Всем привет! ZBrush 2019, и давайте попробуем в этом ролике сделать значок McDonald's. Простенько так, по берикам. Включаем тулы, включаем цилиндр, вытягиваем его. Все по прошлым видео. Edit Make Polymesh пока не жмем. Initialize и делаем пустоту. Вот с этой пустотой теперь будем работать. Так, посмотрим, как да что здесь. Вот таким образом сделаем. Вот так вот, наверное, пойдет. Ну и теперь Make Polymesh. Заходим в геометрии. Находим Size. И все это дело сначала перевернем. Давайте Flour включим. Посмотрим, где симметрия. Вот она, X. Перевернем вот так вот. Теперь заходим в деформация, ротация по X. Вот так все это дело перевернем. Ну, в принципе, так я себе это дело представляю. Ну и вот теперь это все надо вытянуть. Заходим в геометрии, и вот здесь вот давайте все это вот так вот вытянем. Вот такая штука получилась. Так, теперь давайте сделаем всему этому DynaMesh. Посмотрим, что у нас тут с сеткой. PolyF отключим. Ну и поработаем немножко, наверное, с маскированием. Включаем Ctrl, переключаемся на вот этот круг. И вот эту вот середину надо прикольно вот так все это дело оформить. Так, давайте сначала все это дело обрежем. Ctrl-Shift. Переключимся на Trim Rect и где-то вот так все это дело ликвидируем половину. Ctrl-W, одна полигруппа, и делаем опять DynaMesh. Смотрим сетку. Все нормально. PolyF отключаем. И вот теперь вся суть, что здесь нужно сделать тоньше. Вот так вот. А здесь нужно сделать шире вот эту часть. Ну и вот теперь давайте посмотрим, как это будем делать. Сначала зайдем в Size, в Geometry. Ctrl-Z, не та. И вот так ее можно сплюснуть. Вот таким вот образом. Заранее. Ну и теперь попробуем опять вот этим делом все отметить. Вот так вот. Ну, вроде получилось. И теперь с помощью ротации гизма отключим. С помощью ротации все это дело по симметрии давайте попробуем вот так вот сделать. И теперь с помощью мов вот так все это дело передвинем вот таким образом. Конечно, допотопно, но ничего. Ну, в принципе, нормально. Теперь все это дело подровняем. Вот так вот. Можно немножко все это дело, опять же, вот так вот вытянуть. Ну и теперь обрезку поставим вот это, клип циркл. И вот так все это дело немножко дооформим.
жмем Ctrl-W. В принципе, прикольно. Сделаем всему этому, наверное, ZRMesh. Так, вот что-то такое получилось. Теперь включаем Flur. Вот это все дело переносим в бок. Отключаем симметрию, у кого включена. И вот так все это дело переводим в бок. Заходим в Subtool и делаем дубликат. И вот так, переключившись на дубликат, все это дело перетаскиваем в бок. Вот так вот. Вот таким вот образом. Сделаем всему этому теперь Dynamesh. А, сделаем всему этому Merge Down. Окей. Так, ну и все. Знак, в принципе, готов. Надо его теперь немножко подкорректировать. Опять же, наверное, в сайзе. Чуть-чуть сплюснем. Немножко вытянем. Немножко вот так его приплюснем. И немножко можно ему добавить, наверное, толщины. Делаем вот этот сайз. Так вот потолще его сделаем. Ну и заходим в деформацию. В деформации попробуем инфлатеном. Вот так чуть-чуть его сделаем помягче. И попробуем. Вот можно вот так его выкрутить, вообще будет прикольно смотреться. Что еще тут можно в твисте по Y посмотреть? Вот так, так вот можно его выкручивать. В принципе, если вот так вот выкручен он, да, если его теперь вот так вот выровнять и попробовать вот так вот это все дело обрезать, включим Ctrl-Shift, включим Trim Rect и вот так вот попробуем все это дело обрезать. Вот что-то в этом духе. И сделаем Ctrl-W. Теперь делаем Subtool, делаем дубликат. Даже дубликат нам не нужен, но пусть он останется. И зайдем теперь в геометрии и сделаем Modify Topology по X. Вот так вот. Вот это уже прикольный Макдональдс. Вот такой значок. Смотрим на сетку. Делаем Ctrl-W и заходим в геометрию, делаем, наверное, всему этому Dynamesh. Ctrl-W. Вот такая штука. Прикольный значок получился. Так, вот эту можно удалить. Delete, OK. И добавим давайте теперь квадратцам куб. Задний план. Append. Делаем куб. Переключаемся на него. В геометрии заходим. Size. Прибавляем по размеру.
Вот так вот. И вот теперь все это дело уплотняем. Вот так вот. С помощью мов передвигаем. Вот таким образом. И с помощью ротации попробуем, наверное, значок вот так вот перекрутить чуть-чуть. Вот таким вот образом. Вот так уже прикольно. И немножко его, наверное, попробуем чуть-чуть вглубь вот так увести с помощью мов. Вот так вот. Теперь кубу вот этому сделаем DynaMesh. Смотрим на сетку, все прикольно. И давайте все это дело теперь раскрасим. Вот так вот. Даже можно вот это все помягче сделать. Куб. Значит, надо сделать Ctrl-W. Или попробуем, давайте еще сделать ZRMesh. Ну вот что-то такое, прикольная штука. Давайте теперь это все раскрасим. Включаем букву M, RGB включаем, ZAT отключаем. На M переключаемся, выбираем желтый цвет. Вот где-то такой. Draw size побольше. И вот это все дело красим в желтый. Вот таким образом. Переключаемся теперь на куб. Включаем красный цвет. И все это красим в красный. Вот так вот. Ну вот, в принципе, и неплохо так. Вот такой знак получился. Ну и давайте вот этот низ я чуть-чуть забыл обрезать. Давайте его чуть-чуть вот так вот уменьшим. Вот теперь смотрится шикарно. Вот такая вот моделька получилась прикольная. Все, всем пока, до свидания.